Депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Лариса Бархатова встретилась с коллективом Одинцовской женской консультации. Она рассказала медработникам о реализации губернаторских программ в сфере здравоохранения. Мероприятие прошло в рамках подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и региональные инициативы.